Федеральный проект по благоустройству ЖКХ и городская среда впервые стартовал в России в прошлом году. Он позволил вплотную заняться благоустройством общественных пространств и придомовых территорий. В столице Чувашии за прошлый год реконструировали 28 объектов, масштабные планы и на этот год. Новый парк или пешеходная улица, красивая набережная или сеть велодорожек. Что и где построить в своем городе, решаете вы. Изначально планировалось вынести на голосование 10 общественных пространств. Для этого до 9 февраля в администрациях районов был организован прием предложений от граждан по территориям, которые они хотели бы благоустроить в первую очередь. Активность горожан в этом вопросе зашкалила. Поступило более 5000 предложений. В итоге на рейтинговое голосование решено вынести 18 общественных пространств. Здесь и набережная Чебоксарского залива, и кадетский сквер ЗДК «Тракторостроителей», и территория около магазина «Шупашкар», и лесной массив «Дубовая роща». Весь перечень адресов можно найти на сайтах администрации города Чебоксары и районов Чувашии. Для более подробного ознакомления с благоустроимыми территориями будет организована презентация проектов в администрациях районов и города. Кроме этого, у горожан будет возможность ознакомиться с дизайн-проектами, которые будут представлены в виде буклетов. Значит, в состав этих комиссий должны входить и представители политических партий, да, общественных организаций, в том числе Народный фронт, территориальное общественное самоуправление и так далее, для того, чтобы этот процесс был понятен, управляем, легитимен, чтобы потом ни у кого не возникало жалоб и мыслей, что произошла какая-то фальсификация. Это их право, поэтому этот процесс должен быть максимально открытым и прозрачным. Проголосовать за понравившийся проект можно будет 18 марта. И даже если в этом году ваша инициатива не будет поддержана, это вовсе не значит, что про адресное благоустройство можно забыть. Перечень объектов сохранится. В этом году средств хватит на благоустройство нескольких масштабных пространств. Принять участие в рейтинговом голосовании может каждый. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов. Республика.